Thank you very much. It was a very lively discussion. So the most part of the first day is gone, but it's not the end. We have a lot more things to offer for today. And now, in order to find out who is our next speaker, let's watch short video. Наш следующий гость — Данияр Аманалиев, человек, с которым мне посчастливилось познакомиться, пообщаться еще до конференции. В общем, это уникальнейший человек, который в 2016 году начал бизнес с партнерами со стартовым капиталом $150 и спустя 5 лет является CEO самой крупной сети коворкинга в Центральной Азии. И под ваши бурные аплодисменты еще раз, это Данияр Аманалиев на сцене сегодня с нами. Добрый день. Меня задали за обедом вопрос, почему я согласился прийти. Ну, потому что я знаю лично многих выпускников USKF, и я всегда удивлялся, что это очень классные люди. Ну, что очень многие классные люди, которых я знаю, это выпускники USKF. Теперь вот сегодня я немного глубже поразбирался, понял, что эта программа была основана предпринимателями. И я понимаю, что, ну, и долгое время только упор на MBA делался. Мне это очень нравится, и я теперь понимаю, почему это так. Рад быть с вами, надеюсь быть полезным, и постараюсь не очень сильно затягивать и потом ответить на больше вопросов. У меня есть кликер, да? Окей, я сооснователь Ололо, и мы в Ололо верим, что мы, как, вот есть стартапы, которые строят, например, купонный сервис, есть стартапы, которые строят финтех, там еще что-то, а мы стартап, который строит город. И почему это город, и почему это важно, я попробую рассказать сегодня. Мы, как и Джамиля, наверное, бизнес, который пытается решить не бизнесовую задачу. И в этом, наверное, принципиальное отличие Казахстана и Кыргызстана, потому что, мне кажется, в Казахстане бизнесу не дают идти в решение общественных проблем, но зато дают возможность и дают ресурсы, и дают экосистему, и дают финансы для того, чтобы можно было делать крупный бизнес. И я очень рад видеть прорывы, которые происходят в Казахстане. Сегодня говорилось про Каспий. Я думаю, что Каспий — это то, чем мы должны очень гордиться, что такое что-то вышло из Центральной Азии. Я видел бизнес Рамиля 4 года назад и очень рад видеть, как он вырос с тех пор, этот бизнес, 3 раза. Сегодня наблюдать мне это тоже очень радостно видеть. Мне, конечно, немного грустно, что я таких историй в Кыргызстане не вижу, но такова экосистема. Да? Но мы пытаемся как-то исправить эту ситуацию с экосистемой и пытаемся эту экосистему как-то подстроить, да, и как бы, хотя бы в каких-то отдельных пузырьках ее создать. И проблема, которую мы пытаемся решить, такая, она экзистенциальная. Это может прозвучать очень мрачно на такой конференции, но мне кажется, что мы рискуем прийти к ситуации, когда через 10-15 лет этой страны просто не будет. Будет территория, которая будет исполнять какие-то функции в составе чего-то, но мне кажется, мы сейчас очень быстрыми темпами теряем страну. И есть огромные риски и огромные тенденции, тренды в мире, которые на нас влияют, но которыми мы не занимаемся вообще. Потому что мы очень сильно занимаемся какими-то сегодняшними срочными проблемами. И мы хорошо решаем сегодняшние срочные проблемы. Например, когда случилась пандемия, мне кажется, Кыргызстан справился лучше всех в мире с пандемией. Я раньше иронизировал над этим, сейчас я абсолютно серьезно так считаю. Я считаю, что по многим-многим показателям мы прошли пандемию намного лучше, чем другие страны. Но мы абсолютно не задумываемся о том, что нас ждет в течение 5-10 лет. И одна из страшных вещей, которая нас ждет в течение 5-10 лет, это исчезновение рабочих мест. Это происходит, об этом говорилось уже сегодня, об этом завтра будет говориться ЭСАД тоже, что происходит процесс там, роботизации, автоматизации, замещения человеческого труда. И мир начинает расслаиваться еще больше.
И в этом мире, ну вот согласно исследованию Оксфорда, получается, они сделали исследование в 2013 году и предсказали, что в течение 20 лет исчезнет 57% профессий. И прошло уже 8 лет с тех пор. Нам осталось 12 лет. И я думаю, что из-за пандемии, на самом деле не 12, а 6, 7, 8. Потому что пандемия очень сильно ускорила трансформационные процессы. Да? И многие вещи, которые нам казались нереальными. Ну, вот я сейчас пока сидел на конференции, купил комплект зимних колес, как бы находясь в зале, да, здесь. Ну, раньше поехал бы куда-то, там, что-то бы там узнавал и так далее. Я, находясь в зале, смог сравнить, где сколько что стоит, и сделать это приобретение. А такие покупки начали делать даже люди еще более отсталые, чем я. И это во многом благодаря пандемии, когда мы научились, когда мы поняли, что окей, ладно, вот интернет — это теперь новый супермаркет по-настоящему. И если кажется, что вот, например, исчезновение профессии таксистов, оно где-то там, где-то на 6-8 годах отсюда, да, из-за того, что появляются машины, которые водят себя сами. Я об этом примере рассказывал, а потом мне выходит реклама в Фейсбуке или там в Инстаграме. Ну вот это вот Яндекс, который рекламирует уже возможность тестирования беспилотного такси. И мне кажется, что именно беспилотное такси в Москве — это очень символично для нас, для кыргызов, потому что основная часть кыргызов в Москве занимается такси. И если такси действительно начнут водить себя сами, и это произойдет скоро, а Москва — это один из самых технологичных городов мира. Россия, может быть, не самая технологичная страна, но Москва — это что-то совершенно другое. Да? Это действительно город, который опережает, ну, Париж на десяток лет, может быть, по диджитализации. И если начнет проникновение вот этого беспилотного такси происходить, это произойдет очень быстро, потому что это очень выгодно — отправлять машины без таксистов. Это просто очень-очень много ресурсов экономит, и эти такси станут намного дешевле. И что тогда будут делать наши конкретные с вами соотечественники? Кроме этого, исчезнет много других профессий. Ну, есть много исследований. Там, вот это исследование, которое было опубликовано в Economist, о том, какова вероятность исчезновения определенных профессий. И понятно, что есть профессии, которые быстрее заменятся. Оксфорд вообще выделил три индустрии, три как бы сферы, в которых человек будет оставаться актуальным. Первое — это все, что требует человеческого тепла. Например, работа нянечек в детском саду. Мы никогда не захотим отдавать роботам своих детей. Или, допустим, медсестры в больнице. Мы никогда не захотим, чтобы роботы за нами ухаживали в моменты нашего вот такого депрессивного состояния. Да? Актеры частично будут замещаться, но в основном все-таки будут оставаться людьми. И журналисты будут оставаться людьми, но, конечно, не такие журналисты, которые, как сегодня, берут пресс-релиз и просто публикуют его, а те журналисты, которые проводят интеллектуальный труд, придумывают, соединяют, сочиняют и так далее. Священнослужители не будут замещены, это естественно, вряд ли мы поверим роботу, который говорит, что Бог есть. Но, например, такие профессии, как бухгалтера и аудиторы, под большим-большим риском, и чем больше проникает стандартизация в наш бухучет, и чем больше автоматизируется наш бухучет, тем легче роботу потом проверять, насколько он соответствует реальности. Да? И многие-многие другие профессии тоже будут исчезать, естественно. Вторая сфера, которая не будет исчезать, это та сфера, которая требует очень большой ловкости пальцев. Даже если мы видим сегодня, что Boston Dynamics выпускает роботов, которые прыгают, бегают, там, спотыкаются и встают и так далее, все-таки их ловкость пальцев будет еще очень долго неконкурентоспособна с человеческой. Поэтому нейрохирурги и люди, которые, ну, например, очень крутые сантехники, они будут оставаться актуальными, хотя, казалось бы, это вот такой ручной труд. Да? И третья индустрия — это, конечно, креативность. Почему это изменение? А это изменение, это не значит, что вот все, человечество закончилось, оно не будет нужно и так далее. Просто происходит реструктуризация труда. Да? А почему это очень опасная новость для таких стран, как наша, как Таджикистан, как Узбекистан и даже как Казахстан? Потому что в наших странах пирамида демографическая выглядит как пирамида. Там в основании широко, а сверху очень узко. И это далеко не так же, как в некоторых других странах.
Ну, например, в Японии процент людей, которые до 29 лет, ну, младше 29 лет, их не больше 32. У нас 57% в Кыргызстане. У нас, если вы посмотрите, до 9 лет четверть населения. Каждый четвертый человек в Кыргызстане, ему до 9 лет. И это значит, что эти люди будут выходить на рынок труда тогда, когда профессий будет намного меньше. И когда будут появляться, конечно, другие профессии, но эти новые профессии требуют очень крутого образования. Конечно, все, кто здесь находится, все эти люди получили образование, которое входит, может быть, в топ-5 этой стране, топ-5%. Но если мы говорим о больших, широких массах людей, то мы имеем очень серьезную проблему. И нам нужно задумываться о том, как мы собираемся решать эту проблему сейчас, а не тогда, когда она нас настигнет. Если это все обобщить, то мне очень нравится трехсекторная модель экономики. Ну, понятно, что первая экономика, которая возникла и которой человечество занималось, была аграрная экономика. Это было 12 тысяч лет назад. И в принципе мы едим на 90% те же вещи, которые люди ели 12 тысяч лет назад. Мы суперконсервативны в этом вопросе. И то, что мы выращиваем, оно остается практически тем же самым. 12 тысяч лет назад люди научились сажать пшеницу там, и так далее, и так далее. И мы занимаемся этим по сей день. Но если раньше этим занималось почти все человечество в самом начале, то потом большая часть людей по мере развития машинного труда перешла в промышленное производство, потому что оно в 50 раз производительнее. Один человек со станком производит примерно в 50 раз больше продукта, чем человек, который занимается сельским хозяйством. И поэтому, конечно, как только промышленность начала очень сильно развиваться, огромный отток населения пошел туда, в сельском хозяйстве стало работать меньше людей. Затем люди поняли, что человечество стало достаточно богатым, чтобы покупать услуги, начало путешествовать, начало обучаться в университетах за деньги и так далее. И большая часть населения начала работать в секторе услуг. Это третичный сектор экономики, и это то, куда ушли люди во всех развитых странах. И сейчас модель мира выглядит примерно так, что в развитых странах большая часть людей занята в услугах, потому что это самый высокопроизводительный сектор, а в развивающихся странах большая часть населения занята сельским хозяйством. То есть это примерно объясняет, почему кто-то бедный, а кто-то очень богатый. Когда мы говорим, что нам нужно на государственном уровне заниматься, там, превращать Кыргызстан в элитный огород СНГ, а такое говорил, например, Бакиев, мне становится больно от этого, потому что я понимаю, что мы говорим о том, чтобы Кыргызстан превращался, просто всю жизнь продолжал выживать. И чтобы наши дети тоже, когда повзрослеют, занимались выживанием. Когда нам говорят, что текстильная промышленность – это наше будущее, мне тоже больно, потому что все страны, которые занимались текстилем, они уже поняли, что это невыгодно, и по-настоящему зарабатывают те, кто создают дизайны, бренды и так далее, а те, кто шьют, зарабатывают только столько, чтобы выживать. И поэтому очередь дошла до нас, когда эти страны, такие как Индонезия, Бангладеш, Китай, начали понимать, что им нужно двигаться в более производительные сектора, то и у Кыргызстана появилась очень классная ниша. И это очень удобно для нас, потому что можно много-много людей занимать этой работой, но это очень плохо для нас, потому что если мы застрянем в сельском хозяйстве и текстиле, то мы всегда будем оставаться одной из самых бедных стран мира. Мы сейчас одна из самых бедных стран мира. Я не знаю, насколько все это осознают. ВВП Казахстана на душу населения 8 раз выше, чем в Кыргызстане. 8. Между нами 30 километров. Между тем, где мы сейчас находимся, и Казахстаном. Да? И мне кажется, это большой позор. Четвертичный сектор экономики – это креативная экономика. Это то, что создается воображением человека, и то, где люди начинают зарабатывать в 500 раз больше, чем в услугах. Это интересно, потому что если раньше скачки были в 50 раз, сейчас речь идет о скачке в 500 раз. И поэтому мы наблюдаем, как ребята, которые, мой сын, например, который не пошел в университет после окончания школы, зарабатывает больше сейчас, чем его бабушка зарабатывала там, спустя 40 лет с начала ее трудового пути. Да? Просто потому, что он работает сейчас программистом, а его бабушка работала
в государственном секторе. Итак, это очень хорошо отображает модель мира. Мы очень сильно стараемся, мы трудолюбивые, мы вкладываем очень много времени в работу, но мы остаемся очень-очень бедными, потому что мы занимаемся не тем. И сейчас нам нужно понять, что если мы хотим делать какой-то скачок в этой стране, то нам не обязательно проходить все ступени. Как раз-таки, если мы пойдем по всем ступеням, сначала воспроизведем, восстановим свое сельское хозяйство, которое в Советском Союзе было более развитым, чем сейчас. И это то, чем занимается Джамиля на более высоком уровне, потому что она пытается вытащить все-таки в органическое сельское хозяйство. И это вот та ниша, которая очень крутая для нас. Да? Но она никогда не будет массовой для всей страны. Мы не обязательно восстанавливать свои заводы и фабрики, которые были в советское время, о чем мечтают все наши политики. Потому что мы будем делать шаг назад. Вот когда у нас был Дордой, сейчас трудно говорить, что у нас есть Дордой, такой, каким он был, потому что, мне кажется, его хорошо добили уже. Но когда у нас был полноценный Дордой, наша основа экономики была услуга. И мы, в принципе, были правильно устроены. Если бы мы продолжили в этом ключе развиваться, развивали услуги, развивали... Если бы в АУЦА училось 20 тысяч студентов, 30 тысяч студентов, и мы бы предоставляли образовательную услугу на экспорт, как это делают медицинские университеты в Кыргызстане, очень успешно, то вот это была бы дорога к тому, чтобы сделать Кыргызстан действительно более богатой страной. К сожалению, мы теряем очень сильно позиции в сервисе международном, но зато уходим как бы, вот в эти более низкие сектора экономики. Но в то же время в Кыргызстане сейчас четвертичная экономика по-настоящему развивается. Это единственная причина, почему ООО может существовать, развиваться, удваиваться каждый год. Просто потому, что наши клиенты растут и удваиваются каждый год. И мы вовремя вошли в эту волну, потому что мы поверили, что это единственное, что в этой стране может уверенно и стабильно развиваться. Потому что мало зависит от того, кто у власти, ну и так далее, и так далее. И мне кажется, что в четвертичной экономике, у нас есть очень классные шансы, потому что Кыргызстан супер молодой, и молодым людям легче креативить и обучаться новым профессиям. Во-вторых, как ни крути, как бы нас ни крутили, мы все равно пока что самая свободная страна в регионе. У нас можно не шепотом говорить плохие вещи про президента, и нужно. И третье, мы труднодоступная страна. Сюда очень трудно привозить что-либо, и отсюда очень дорого увозить что-либо куда-то. Поэтому наше физическое производство обречено. Мы никогда не будем конкурентоспособными. Так что нам остается создавать нематериальные продукты, идти в креативную экономику. Кто эти люди, которые создают эти ценные продукты, которые намного ценнее, чем продукты сельского хозяйства, производства и так далее? Их в любом обществе очень маленькое количество. Эверетт Роджерс проводил 60-е годы исследования. Он утверждал, что в каждой стране примерно только 2,5% людей способны рождать инновации. Это инноваторы. Я думаю, что вот в этом зале это почти 100%. Но если мы возьмем в среднем по стране, это каждый 40-й человек. Каждый 40-й ребенок, который рождается в этой стране, он может потенциально стать Стивом Джобсом. Он может стать Илоном Маском, он может стать Эйнштейном, он может стать Циолковским. Но какова среда, которую мы создаем для этих детей? Мне кажется, сейчас среда такая, что чем более талантливый человек, тем больше вероятность, что он хочет отсюда уехать. Другие страны создают условия, в которые другие инноваторы хотят переехать. И они даже создают, из этого формируются такие условия, в которых не инноваторы, они там не могут оставаться жить, потому что слишком дорого, и они вынуждены уезжать оттуда. Да, из таких стран или там, из Калифорнии, к примеру. Вот, мы пытаемся в ООО фокусироваться на вот том, чтобы создать экосистему для этих инноваторов. Это моя целевая аудитория, она очень узкая. Мы не работаем для всех, и мне очень часто обвиняют в том, что ООО — это некий бабл. Ну да, это бабл, потому что без бабла мы не можем защитить вот это самое адекватное, самое инновационное часть этого общества, ту часть общества, которая способна дать этой стране шанс на реальный рост. И я, конечно, говорю не о политиках. Если говорить о креативной экономике, ну, их, это
очень по-разному классифицируются в разных странах. Великобритания — это суперчемпион по креативной экономике. Там впервые о ней заговорили, там на государственном уровне впервые начали ее поддерживать. Там выделяют 13 секторов. К ним относятся все, что связано с IT, включая игры, создание игр, все, что относится к телевидению, видео, радио, фотографии, музеи, библиотеки, издательское дело, музыка, визуальное искусство, реклама и маркетинг, архитектура, дизайн, ремесленничество в том числе. В Кыргызстане, я думаю, что нам нужно расширять этот список очень сильно, потому что, честно говоря, чтобы в Кыргызстане вообще какие-то деньги зарабатывать, нужно в любом секторе быть очень креативным и очень хорошо крутиться. Я бы сказал, что туризм относится к креативным секторам, что киберспорт, например, относится к креативным секторам. Ребята сейчас очень активно им занялись, это круто. И любые профессии, любые университеты, курсы, которые обучают креативным профессиям, тоже должны относиться к креативной экономике. И когда мы об этом рассуждаем, некоторые люди говорят, что, мол, это какие-то теории, а на практике мы же видим, что вот, когда сейчас спросил Рамиль, какие компании самые крутые в Кыргызстане, все называли производителей. Там Шоро, Куликовский, какие-то еще были компании. Вообще очень трудно, да, на такой вопрос отвечать в очень маленькой экономике. Но если бы меня спросили, какую самую крутую компанию создали выходцы из Кыргызстана, я бы назвал Behavex, потому что это компания, которая стоит больше 500 миллионов долларов. Конечно, она не в Кыргызстане, но в Штатах, но она доказывает, что мы способны рождать талантливых людей. Мы способны рождать людей, которые, кстати, учились в АУЦА тоже, да, Иркин, и потом уехал на Гавайи. Мы способны создавать людей, которые могут создать юникорна. Очень классный кейс Primer. Я не знаю, кто знает про Primer? Окей, мало кто. Primer — это компания, которую создали два человека, 50 на 50. И один из них — Максим Степаненко, парень из Кадамджая, который здесь закончил турецкий лицей, который учился, по-моему, в MIT и работал в разных компаниях, включая Coinbase. Это главная биржа для… Ну, вы знаете, что такое Coinbase. И несколько лет назад он ушел и создал компанию, которая занимается домашним обучением. Их идея проста. В 21 веке человек не может учиться тому же, чему учатся все остальные люди, а потом создавать что-то уникальное. В 21 веке человек должен обучаться индивидуально. И за это должны отвечать родители. И этот Primer, он создает для родителей набор ресурсов для того, чтобы обучать детей дома. И обучать тому, что ребенку больше всего подходит и интересно. И эта компания, она еще до пандемии оценивалась больше, чем в 30 миллионов долларов. Сейчас это мультимиллионная компания, и это очень интересный бизнес. Ну, например, компания, которая в Кыргызстане сейчас полностью базируется и работает, GrowWave, в ней работает больше 70 человек. Эта компания обслуживает Shopify, создает, помогает продвигаться новым магазинам на Shopify. У них больше 9000 клиентов по всему миру, из них только 2 в Кыргызстане. Но абсолютно все производство, все, весь контент-мейкинг, вся поддержка, все делается из Кыргызстана. На очень качественном английском, кстати. И компания оценивается уже сейчас гораздо больше, чем 10 миллионов долларов. Ну и есть куча других компаний. Вот на прошлой неделе была сделка, последний раз объявлена, с Reviro, как раз Accelerate Prosperity, инвестировали в них при оценке больше, чем миллион долларов. И компании, которые оцениваются больше, чем миллион долларов, и они отсюда, и многие из них даже продолжают здесь находиться и работать в основном, таких компаний уже больше 10. И это, мне кажется, важно всем знать и важно рассказывать, потому что эти компании никому здесь не видны. Нам всем виден Шоро, потому что мы просто проходим мимо этих бочек. Мы не проходим мимо этих ребят, потому что они работают в интернете. Но то, что они делают, это мега круто. Это они участвуют в мировой гонке, они создают мировые продукты, они конкурируют с лучшими компаниями в мире, и они очень-очень успешны. И я думаю, что за такими компаниями будущее. Мы скоро начнем видеть экзиты, когда они начнут продавать свои стартапы за много миллионов. И тогда у нас начнут появляться собственные венчурные капиталисты, которые тоже, может быть, часть денег начнут инвестировать в другие компании. И вот тогда какая-то экосистема завертится. Но я в этом, этот весь процесс наблюдаю уже больше 6 лет.
И я думаю, что мы никогда не находились в ситуации, когда у нас так много одновременно таких классных компаний. Мне кажется, мы делаем сейчас огромные прорывы в креативной экономике, просто они пока еще не видны очень хорошо, даже Лимон о них еще не пишет, но скоро будет. Что делает Ололо? Мы бережливый стартап, мы создавались с 10 тысяч сом в 16 году, в феврале, и сейчас у нас больше 500 резидентов, людей, которые каждый день приходят и работают у нас. Мы пытаемся создавать для них такую среду, в которой им будет твориться продуктивнее и счастливее. И у нас сейчас 6 действующих коворкингов, но вчера буквально мы приняли новое помещение, 7-е. Запустим его в течение этого октября. И будет 7-й коворкинг. У нас 2 пансионата на Сискуле в управлении. И вот то помещение, которое мы вчера взяли, оно еще будет работать как хостел. Такая будет концепция. У нас есть один коворкинг, где коливинг и коворкинг, а в этом месте у нас будет хостел и коворкинг. Потому что тоже очень востребовано для цифровых кочевников. И мы сейчас есть в Бишкеке, в Ашене и Сискуле. Ну, думаю, что мы много где будем. Тут Рамиль сравнивал с глобальными компаниями. Наверное, все слышали про WeWork. Да? Это такая самая большая звезда коворкинга в мире. Вот мы зарабатываем больше, чем WeWork, потому что WeWork глобально убыточный, а мы прибыльные в каждом из наших коворкингов. Коворкинговый бизнес не такой уж простой. 60% коворкингов в мире убыточные. То есть так же, как и в сельском хозяйстве. Да? Я думаю, что 80% бизнеса в сельском хозяйстве в мире убыточные. И если бы они еще не субсидировались, то вообще не представляю, как бы сельское хозяйство сегодня существовало. Вот. А в коворкингах точно так же. Это очень-очень трудный бизнес, но он очень важный, потому что без создания таких площадок мы будем постоянно терять этих инноваторов из страны. Когда мы создавались, у нас было 4 основателя, сейчас у нас осталось 3. Это мы с супругой, она тоже работает со мной, она сооснователь компании Атай, наши друзья, вместе с которыми мы открывали нашу студию, там мы занимались искусством, обучали людей играть на пианино, петь, играть на гитаре, рисовать и так далее, и так далее. И это была такая авантюра попробовать создать классные условия, в которых вот по-человечески можно всем этим заниматься. Потому что когда мы сами хотели заниматься искусством, мы не видели, где получить нормальную, адекватную услугу с понятными ценами, с понятным расписанием, с преподавателем, который не будет бить тебя по пальцам, унижать не будет и так далее, и так далее. Как это принято во всех музыкальных школах делать, к примеру. Вот. И мы пытались создать такие условия. Нам говорили, никому ваше искусство не нужно в этой стране, тем более за него платить, тем более по вашим огромным ценам. Конечно, цены огромные, когда государство не спонсирует, да? Потому что в музыкальных школах 90% стоимости покрывается государством, и люди думают, что музыкальные школы дешевые. На самом деле мы все платим за них, и довольно много. Мы с самого первого дня решили для себя, что наша миссия — это меньше страхов, больше любви. И у этого очень простая логика. Мы хотим, и вот это с течением времени все больше и больше подтверждалось. Очень важно, чтобы люди чувствовали, когда люди чувствуют себя в безопасности, они начинают делать то, что они по-настоящему хотят делать. Но, к сожалению, в этой стране конкретно, я не буду говорить за все центральноазиатские, хотя они сами пусть о себе тоже подумают, но в нашей конкретной стране очень мало поступков совершается не из страха. Кыргызы говорят «элим не дейт», что скажет народ. И мы постоянно оглядываемся на то, что скажут наши родители, что подумают наши друзья. Поэтому мы стремимся купить обязательно квартиру, дом, потому что без этого ты не выглядишь успешным человеком. Мы обязательно должны владеть машиной, она должна быть большой. Если мы едем на той, мы даже иногда в аренду берем большие машины. Да? Мы делаем очень много нерациональных покупок, и вообще у нас очень много показательного потребления, а не потребление, которое нужно для нас самих, глубоко в душе. То, о чем Джамиля говорила, да, сегодня, про осознанное потребление. Вот. К сожалению, это относится ко всем сферам жизни. Мы, к сожалению, идем в университеты чаще всего не потому, что мы мечтаем стать инженерами и идем на инженерный факультет, а потому что все идут, и нам тоже как бы надо идти. И это все делается из страха. А потом, как раз уж мы идем в университет, куда идти? Я не знаю, кем я хочу стать еще в жизни, поэтому я пойду туда, куда все хотят пойти.
И таким образом люди оказываются на факультетах, которые им абсолютно неинтересны. Потом они их оканчивают, потом они работают по другим специальностям. Логично. Потом мы, к сожалению, из тех же соображений женимся. Потому что надо жениться, возраст настал и так далее. Потом по этим же соображениям, что самое худшее, на мой взгляд, рождаются дети. Потому что вы уже женаты, вам нужен ребенок. Потом у вас брак что-то не склеивается, вы же слишком рано женились, поэтому вам нужен ребенок, чтобы брак как бы был надежным, чтобы вы не развелись. И так рождается несчастное население этой страны. Мне кажется, очень большое количество людей в этой стране родилось вот из страха, а не из любви. И этот страх диктует нам как бы, на разных вот этапах жизни решения, которые мы должны принимать. Мы хотим, чтобы люди начали принимать больше решений из стремления, из любви, из мечты, из цели и так далее, и так далее. Если так будет, то, я думаю, неизбежно Кыргызстан будет развиваться очень быстро, потому что, когда ты делаешь то, что ты любишь, ты отдаешься этому гораздо больше. И ты гораздо производительнее, естественно, если в экономических терминах говорить. Когда мы запустили студию, наша цель была в первый месяц 30 резидентов получить. Мы назвали их таланты тогда. У нас было 66, студия была переполнена, мы не помещались, мы начали искать новое помещение, нам предложили большое помещение, просто люди, которые читали в Фейсбуке, что мы делаем, мы просто занимались постоянным сторителлингом, и это была вся наша реклама. И нам предложили огромное здание бывшего садика в центре города, оно было слишком большим, поэтому мы подумали, что было бы классно туда позвать другие компании, которые нам близки по духу. И оказалось, что это называется коворкинг. Так мы занялись коворкинговым бизнесом. И вообще, в принципе, весь ОЛОЛО, он как бы так оказывается, получается как-то. То есть очень многое делается в потоке, очень многое делается из того, что появляется какая-то возможность, а не потому, что мы это задумали, запланировали, застратегировали и так далее. Я понял, что, оказывается, это единственный способ в этом веке, и особенно в этой стране, создавать что-то большое. Те компании, которые стратегируют на 10 лет вперед, мне кажется, они очень сильно, очень много ресурсов тратят в никуда и потом очень сильно расстраиваются. Но так как у нас собрались классные люди, и мы хотели, чтобы они знали друг друга лучше, мы начали делать ивенты, и по сей день делать очень много ивентов. Вот здесь, кстати, Телек Мамутов, тоже выпускник АУЦА. И у нас больше 100 тысяч человек посетило наши ивенты за 5 лет. Даже в прошлый год мы делали очень много ивентов. Ну и, в общем, так как в том помещении мы не были готовы его арендовать, и нам предложили придумать свои условия, мы предложили выступить как бы управляющими помещением этим. И это собственника устроило, то есть мы делили прибыль. И с тех пор мы так и работаем. И поэтому мы очень быстро можем масштабироваться, потому что в отличие от других коворкингов, мы не вынуждены каждый раз инвестировать свой миллион долларов, накапливать его, где-то искать, брать кредиты и так далее, и так далее. В этой стране это очень сложно. Мы, по сути, работаем с теми людьми, у которых есть уже большое помещение, с которым непонятно, что делать, и есть какая-то готовность инвестировать в свое помещение. Так формируется вся сеть ОЛО. Может быть, вы будете разочарованы, но нам не принадлежат столы и стулья, за которыми вы сидите, когда вы у нас находитесь. Но мы к этому и не стремимся. И сейчас больше 20 тысяч квадратных метров у нас в управлении. И единственная причина, почему ОЛОЛО еще жив, а многие другие коворкинги в Кыргызстане дольше 2 лет не прожили. Только один коворкинг прожил больше 2 лет, не считая нас. Единственная причина в том, что мы нашли вот эту свою другую бизнес-модель. Что интересно, сейчас все коворкинги в мире приходят к этой бизнес-модели. И WeWork тоже начал приходить к этой бизнес-модели, просто поздновато. Ну и мы развиваемся. Понятно, сейчас, как я сказал, ближайший коворкинг откроется в течение этого месяца. Мы пытаемся постоянно изучать, какое пространство позволит человеку быть более креативным. И когда мы это изучаем, мы понимаем, что пространство очень сильно влияет на людей. В этом помещении, например, вы видите очень много вот таких люстр. Может быть, вы не задумывались, но благодаря этим люстрам у вас формируется более праздничное настроение. И все, что говорится со сцены, воспринимается более торжественно и как бы с радостью. И, конечно, это все дополняется тем, что рядом с вами сидят люди, которые вам нравятся и так далее. Но обычно конференц-залы в отелях делают именно вот такими, как бы, как моя дочка, вот если бы она сочиняла помещение, вот оно было бы такое, да, наверное. Здесь только единорогов не хватает. Вот.
Но для того, чтобы каждый день работать, такое помещение не подходит, потому что вы не можете каждый день приходить в торжественную атмосферу. Вот. Но тогда какое помещение работает? Да? И мы это постоянно исследуем, и есть, ну, на самом деле, очень много исследований об этом. И мы пришли к пониманию, что главное — это создавать для человека максимально естественную среду. Например, если вы приходите каждый день в ваш кабинет, и вы видите в нем искусственный цветок, то это будет отражаться на том, как вы работаете. Вы будете делать больше фейковых решений. Вы будете создавать более фейковый продукт. Поэтому это очень опасно окружать себя искусственными цветами. Лучше отсутствие цветка, чем искусственный цветок. Но зато живой цветок может повышать очень сильно вашу продуктивность, потому что мы окружаем себя искусственными предметами, и немножко природы, с которой мы можем соприкасаться постоянно, влияет на нас очень хорошо. Так как фейк на нас очень плохо влияет, то в Ололо мы не приклеиваем кирпичики к стенке, как это делается очень часто в бишкекском дизайне. Если вы видите кирпич в Ололо, то это кирпич. И мы стараемся как можно больше убирать, ну, как бы каждой вещи относиться к позиции, она точно здесь нужна или нет. Поэтому к нам приходят и говорят, вы не могли потолок доделать, да? У вас денег не хватило. Мы говорим, ну мы же шердак повесили. Вот. Если этот шердак висит, то он не только красивый, но он, например, решает проблему с эхо. Вот в этом помещении это не идеально, потому что здесь нет мягких, здесь очень мало мягких поверхностей, для чтобы поглощать это. И, в общем, если это камень, то это камень, если это стекло, то это стекло, если что-то выглядит как дерево, то это дерево. И по максимуму, насколько это возможно. И мы, хотя мы больше не занимаемся обучением искусству, но мы все-таки большие приверженцы искусства, и мы стараемся привлекать. У нас даже есть человек, которого зовут арт-номад, позиция его, и его задача, мы просто платим ему деньги, а он сам решает, что он будет делать, просто кочует по коворкингам и что-то рисует, что-то добавляет, делает какие-то инсталляции и так далее. И мы очень открыты к сотрудничеству с людьми искусства, и мы много всего делаем вместе. Потому что мы верим, что бизнес и искусство должны друг у друга учиться, и должна быть синергия. Ага. Мой кликер перестал работать. Можно мне нажать? Да. Окей. И когда люди приходят к нам и спрашивают, что у вас тут, почем и так далее, мы говорим им, ну вот смотрите, там вы платите примерно, в общем, $100 за рабочее место в месяц, и вы в эту цену входит там мебель, кабинет, там, интернет и так далее, и так далее. Но еще вы самое главное получаете классных соседей. У вас очень классное сообщество, потому что мы фильтруем, мы не пускаем всех подряд. Вы не встретите финансовые пирамиды, там, даже сетевой маркетинг не встретите, и так далее. И нам говорят, ладно, ну вот какие коммунальные входят и так далее. Потому что в Кыргызстане люди не видят еще, в чем ценность сообщества. Но сообщество – это самое главное. Потому что я люблю очень пример такой. Например, одна девушка, с которой я разговаривал вот в этом коворкинге на Эркендике, я спросил ее, почему, в чем для тебя ценность, ты уже полтора года в коворкинге. Она сказала, меня за полтора года никто не спросил, почему не замужем. И это очень важно, потому что мы не понимаем, насколько нас выбивают люди, которые не соответствуют нашим ценностям. Мы должны понимать, что единственный способ вообще сохранять свои ценности и сохранять свое ментальное здоровье, это окружать себя людьми, которые поддерживают наши ценности, и которые в трудной, если у нас будет трудная ситуация, будут не злорадствовать, а поддерживать, которые, если мы будем, если у нас что-то будет получаться, они будут радоваться за нас, которые могут поделиться своим опытом и так далее, и так далее. То, что сегодня происходит, ну, абсолютно шикарно, мне очень приятно здесь находиться, потому что я чувствую, что здесь действительно такое сообщество. И люди со временем начинают лучше понимать ценность. Можно дальше? Можно мне что-нибудь с кликером сделать, плиз? Ну и в том числе с членами наших сообществ рождаются какие-то совместные проекты. Например, вместе с Accelerate Prosperity, нашими резидентами, мы открывали коворкинг в Оше. В этом году этот коворкинг мы должны были съехать с того места. И во многом благодаря помощи Accelerate Prosperity мы нашли новое пространство, которое в 3 раза больше по полезной площади. И сейчас мы в Оше находимся вот просто в суперцентральном месте, как на Моссовете в Бишкеке. И у нас очень классный там коворкинг. Это наш совместный проект. И в чем мечта Ололо? Мечта в том, чтобы построить город для цифровых кочевников. Цифровые кочевники
почти все вы цифровые кочевники. Я думаю, вы все можете, находясь в Бишкеке, работать, продолжать делать свою работу, которая у вас где-то в Нур-Султане, может быть, в Лондоне, в Калифорнии, потому что сегодня действительно большую часть работы онлайн делать возможно. В 2035 году есть прогноз, что 1 миллиард человек в мире будут постоянно переезжать из страны в страну и работать из разных стран, но при этом на одного и того же работодателя. И если из этого 1 миллиарда человек 1% будет знать про Кыргызстан и будет периодически сюда приезжать на там, 3-6 месяцев, то я думаю, что это будет шикарная экономика для Кыргызстана. И это для нас возможность то, что нам заменит Кремниевую долину. Мы никогда не построим Кремниевую долину в Кыргызстане по многим-многим причинам, но мы можем построить страну, которую будут обожать люди Кремниевой долины. И тогда, я думаю, что мы все от этого очень сильно выиграем. И это и есть наша мечта. Почему город? Потому что когда цифровой кочевник переезжает в новую страну, ему там нужны детский сад, поликлиника, много разных кафе. Его не может устроить там жизнь в одном пансионате, где одна столовая, один пирс, один бар, один врач и так далее, и так далее. То есть когда ты живешь дольше в каком-то месте, твои потребности сильно отличаются от того, когда ты приезжаешь на одну неделю в качестве туриста. И мы сейчас постоянно занимаемся изучением того, что такое цифровой кочевник, что для него важно. И мы этим занимаемся не в теории, а, как Калыс говорит, на практике, просто пробуя, запуская свои продукты, включая вот, это, вот эти самые наши пансионаты на Иссык-Куле. Мы прекрасно понимаем, что наши пансионаты, которыми мы управляем, не являются этими городами на Иссык-Куле и никогда ими, может быть, и не станут, но они позволяют нам очень хорошо понять, что нужно современному цифровому кочевнику, который приезжает надолго. И знаете, очень многим людям очень нравится. Вот на прошлой неделе у нас две недели Крис Вазовский жила. Знаете, кто такая Крис Вазовский? Это топовая подкастерша российская. То есть в Рунете, в Apple Podcast, на первых местах ее подкасты. И она две недели прожила у нас в пансионате, просто супер счастлива была, и в ее сторисах очень много об этом. Дальше. Ну, раз уж мы говорим там о ценностях команды и так далее, у нас их три. Мы обозначили их еще в 2016 году. И эти ценности — это скорость, счастье и стая. Ну, очень быстро. Скорость — это то, о чем говорил Халыс. Самое главное — делать все быстро. Для этого нужно учиться делать большие вещи, не вкладывая много ресурсов. Потому что это мы так смело могли заниматься искусством, потому что мы вложили 10 тысяч сом. Если бы мы вложили 100 тысяч долларов, я думаю, что нам было бы очень страшно тестировать то, что мы тестировали, потому что ставки были бы слишком высокими. До сегодняшнего дня, в ООО, что бы мы ни делали, мы сначала тестим на очень маленьких каких-то суммах, очень маленьких командах, и потом, если это работает, то мы это масштабируем. И зато мы это делаем супер быстро. Мы вообще не паримся по поводу ошибок, мы не паримся по поводу того, что люди там что-то не то сделали, если они стараются делать постоянно что-то новое. Для нас очень важен человек, а не ресурс. Я против термина «человеческие ресурсы». И очень мечтаю о дне, когда этот термин будет просто как какой-то атавизм восприниматься, потому что люди не ресурсы, особенно в 21 веке. Вот роботы — это ресурсы. Искусственный интеллект — это ресурс. Компьютер — это ресурс. Стол — это ресурс. Но человек не может быть ресурсом. У человека есть чувства. И человек счастливый делает в 10 раз больше, чем человек подавленный. Хотя он, может быть, имеет даже больше физических сил, больше здоровья, больше времени и так далее, и так далее. Вот. Нам очень важно, что мы строим команду, которая состоит из людей, которая работает для конкретных людей. И нашу команду мы настраиваем как так, что они являются частью того же комьюнити, который они строят. И они не являются просто обслуживающим персоналом, к которому можно относиться так, как принято относиться в Кыргызстане. И для нас это очень хорошая лакмусовая бумажка. Мы отфильтровываем резидентов, которые считают, что если они платят деньги, то они здесь абсолютно самые главные. Нет, мы строим отношения на равных, мы строим отношения как сообщество, и наши резиденты участвуют в принятии ключевых решений, ключевых правилах по тому, как нужно вести себя, допустим, в коворкинге. Это очень хорошо сработало, когда мы выходили из пандемии, выходили из локдауна, потому что в тот момент было очень много ограничений в стране, маски, антисептики и так далее, и так далее. Мы никогда не верили, что это поможет, честно, сейчас могу это сказать, и в тот момент тоже говорили.
Но мы не хотели навязывать свои правила людям, поэтому мы советовались с резидентами и приходили к общим правилам. И, по сути, в каждом коворкинге сформировался свой набор правил. И это было нормально, потому что это работало для тех, кто работал там. Точно так же для нас важно, как чувствует себя резидент. Нам не так важно, какими услугами мы обеспечили, выполнили мы свои стандарты или нет. Нам очень важно, как чувствует себя конкретный человек и чем мы можем ему помочь. Для нас каждый человек — это человек. И люди, которые приезжают к нам в пансионат, они говорят, блин, понимаем, мы видим, что это старый советский пансионат, который вы перестраиваете, но нам очень нравится, что к нам относятся здесь как бы как люди к людям. И разговор у нас, соответственно, не на скриптах, а человеческий язык. И третья ценность — это стая. Мы строим команду, которая состоит из большого количества маленьких команд, в которых решения принимаются автономно. 99% решений в конкретном коворкинге каждом принимается той маленькой командой из двух людей, которые там работают. И в каждой команде, по сути, всеми нашими коворкингами управляют молодые девушки. Так сложилось. Да? Не то чтобы у нас какой-то был сексизм, но так сложилось, что все они молодые, им 20, до 25, до 26 максимум. И все они девушки, и управляют они очень круто нашими коворкингами, и принимают основную часть решения абсолютно сами. И я не вмешиваюсь там, в смысле, с тем, чтобы дать кому-то скидку или что-то там отремонтировать и так далее, потому что чем меньше мы вовлечены в операционку, вот здесь тоже да, спикер Наргиз говорил об этом, что наша вовлеченность в операционку очень сильно тормозит развитие компании. Ну, точно так же мы да, стараемся этим не заниматься. И все знают, кто это, да? Только хочу здесь сказать, что сегодня видел, что 17, короче, сутки назад Дуа Липа выложила новый клип на ремикс Иманбека. Вы видели это? Но это очень круто, я считаю. Я думаю, что это очень-очень круто, что у нас появился такой прорыв. До Иманбека никто из неклассической музыки не выигрывал Грэмми со всего бывшего советского, со всего пространства Советского Союза. И в советское, и в постсоветское время. Поэтому, мне кажется, пример Иманбека у нас должен вдохновлять не тем, что кыргыз-казах Пиртуган, а тем, что парень из маленького городка в Казахстане, не имеющий очень крутого музыкального образования, может создавать глобальный продукт в сегодняшнем мире. Это и есть доказательство того, что креативная экономика работает. Ну и все видели, наверное, пару недель назад, как Дебилианс да, в Кыргызстане праздновали свою бриллиантовую кнопку. Меня очень смущает их название, но они снимают ролики, которые набирают миллиарды просмотров. Миллиарды. Это невероятно. Это, кстати, вид из нашего бара в пансионате. Мы верим, что Иссык-Куль одно из лучших мест для жизни в Азии, потому что вот так, потому что он вот такой, потому что там вот так, а мы почему-то здесь в душных помещениях в Бишкеке в основном проводим время. И вот MVP, наш коворкинг, который у нас есть на Иссык-Куле, и там же конференц-залы и так далее. Этот пансионат Акджол, Олул Акджол, большой, там 20, больше 20 гектаров земли. Он находится довольно близко к Бишкеку, там примерно 500 койко-мест. И очень крутой пляж, что очень важно на Иссык-Куле. Но это старый советский пансионат, который мы перестраиваем и делаем так, чтобы там было очень удобно жить и находиться довольно долго. Вот мы на этом пути. Все, спасибо. Ваш вопрос. Спасибо большое. Если у кого-то есть вопросы здесь, можете поднимать руки. Волонтеры к вам подойдут. А еще Алматы, Душанбе, если будут вопросы, вы нас оповестите. Да? Такие все уставшие уже. Да. Да, здесь вопрос. Пожалуйста, микрофон. Добрый день еще раз. Спасибо большое, Даниар. У вас, по-моему, в Кыргызстане максимальное количество инсайтов на одну минуту, да, выступления. У меня такой вопрос. В Кыргызстане сейчас, как вы уже отметили, экономическая ситуация, она очень плачевная. Миллион наших соотечественников, они сейчас в России, и, по сути, на каждого из них, скорее всего, приходится два человека, которые они кормят здесь, да, и, по сути, полстраны, в принципе, кормится нашими мигрантами. И если судить по тому, как можно массово подготовить наше население к тому, чтобы у них, скажем, заработок был хотя бы $500 в месяц, то нужно будет начинать с каких-то базовых знаний, навыков, да.
И мне хотелось бы от вас услышать, какие 2-3 основные такие базовые навыки нужны для нашего населения, чтобы они могли уже входить либо вот в креативную или интеллектуальную экономику. Да, спасибо. Я думаю, не только навыки, но еще, мне кажется, нужно очень сильно работать над устранением каких-то барьеров, стереотипов в голове. Например, стереотипы о том, что деньги – это что-то плохое. У нас как-то все стыдно очень про деньги говорить, про зарабатывание. И это большая-большая проблема на самом деле. Но если говорить конкретно про навыки, то людям, которые… Иногда, когда я со школьниками разговариваю, они не знают, чем они хотят дальше заниматься. Я рекомендую им заниматься английским, математикой и компьютерами, потому что это гарантированные три знания, которые в любой сфере сегодня абсолютно нужны. И, конечно, компьютеры в разной степени, но я согласен. Вот сегодня Наргиза здесь говорила, да, что программирование – это новый английский. Да, потому что не потому, что нам всем программировать придется, а потому что нам всем придется взаимодействовать с роботами. И нам всем нужно понимать, как они работают. Вот я сегодня говорил за столом, мне кажется, мы недостаточно хорошо понимаем, куда движется мир. Мне кажется, нам нужно понимать, что время, когда вот в этом зале будет… Вот почти каждая вещь, с которой мы будем сейчас соприкасаемся, она будет роботом, это время не за горами. Стул, на котором вы сидите, будет иметь какой-то передатчик, который будет сообщать, что он сломан, например, что на нем нельзя сидеть. И он будет передавать это какому-то роботу, который будет заменять его. Стол, за которым вы сидите, будет фиксировать, сколько людей за ним сидело. И в следующий раз организаторы будут знать, какие столы непопулярны. Вот, например, вот тот стол почему-то не популярен. И организаторы смогут расставлять столы, может быть, более эффективно, или, может быть, вот убрать этот стол, и тогда люди будут более кучно сидеть. То есть возможностей для повышения эффективности очень много, о чем Рамиль сегодня говорил, да, тоже. И мы идем в мир, где Internet of Things будет нормой, где у микрофона, у кликера, не только у нашего телефона, постоянно будет соединенность и постоянно будет обмен данными. И вот в этом мире нам нужно понимать, как компьютеры мыслят, потому что нам нужно будет с ними разговаривать. И нам нужно будет понимать, почему то, что не работает, не работает. Поэтому программирование очень важно. Вот. Так что самые три суперпростых и супербазовых – это умение считать и отсутствие страха перед цифрами. Это очень-очень важно, потому что из-за очень плохой системы образования у нас здесь очень сильно люди боятся математики. Второе – это… английский. И третье – это умение очень хорошо владеть компьютером, конечно. Спасибо. Как мне кажется. Для любой профессии. Здесь был вопрос сначала, и потом ваш. Спасибо вам, Даниэль. Очень вас было приятно слушать. И чувствуется, что это тот бизнес, который был создан не для того, чтобы заработать, а для души. То есть чувствуется, что вы получаете большое удовольствие от того, чем вы занимаетесь. У меня к вам вопрос. Планируете ли вы масштабироваться, либо открывать подобные коворкинг-города где-то в других странах, либо вы все-таки любите настолько Кыргызстан, что хотели бы развиваться больше в вашей стране? То есть хотели бы вы здесь остаться, либо вы хотите перенести свой бизнес, чтобы заработать еще больше? Ну, мир. Окей. Да, все, да, я перебил. Да, конечно, мы планируем выходить за рубеж. И если бы не пандемия, я думаю, что это бы уже случилось. Это неизбежно, потому что любому бизнесу в Кыргызстане нужно думать, как делать бизнес за рубежом. И в этом очень много патриотизма. Потому что когда мы живем и работаем только внутри Кыргызстана и только друг с другом взаимодействуем, мы никогда не сможем таким образом развить нашу страну по-настоящему. Нам нужно привлекать в эту страну гораздо-гораздо больше денег. И нам нужно зарабатывать эти деньги там, где эти деньги можно зарабатывать. Даже в Казахстане можно заработать намного больше, хотя Казахстан – это не самая развитая страна в мире, да? Но коворкингов в Алматы намного больше. Ну, раза в 3, наверное, больше сейчас, чем в Бишкеке коворкингов.
Вот, и это классно. И я рад как, видеть, как это все развивается. Не факт, что мы пойдем именно в Казахстан. Как прямо сейчас мы об этом очень серьезно думаем. И думаем, с чем и как мы хотим выходить. Но мы однозначно должны выйти за рубеж. Если мы этого не сделаем, мы никогда не сможем построить город на Иссык-Куле. Потому что все, что мы делаем в Кыргызстане, это песочница, в которой мы учимся создавать коворкинги. Вот как Рамиль говорит, да, Groupon намного круче, но ну, крупнее, да, но он, потому что он работает на таком рынке. Но по эффективности очень сильно может вполне отставать от компании в Казахстане. Я абсолютно с этим согласен, потому что я наблюдаю коворкинги в мире, и я понимаю, что мы, ну, мы входим в топ-5%, вот минимум топ-5%, может быть, даже топ-1% коворкинга в мире. По тому, как мы работаем, по тому, что мы делаем, и по тому, как выглядят наши коворкинги тоже. И просто из-за того, что мы находимся в Кыргызстане, я думаю, что не всем понятно, что это классно. Вот. Но думаю, что да, этот момент не за горами, когда мы должны быть за рубежом. Мы там обязательно должны быть. Спасибо. А еще вопросы? Здесь задали точно такой же вопрос, поэтому сказали, что не нужно. Да? Микрофон. Здрасте. Еще раз спасибо за презентацию. Очень интересно. Вот вы упомянули о планировании. То есть вы говорите, что планирует на более чем 10 лет, это неэффективно, кто-то в этом роде. Это обусловлено нашим регионом, нашей страной? Если да, то как в наших реалиях планировать, и в том числе как делать стратегическое планирование? Спасибо. Да, я сказал, что на 10 лет неэффективно стратегировать. И я думаю, что неэффективно стратегировать даже на 3 года вперед, потому что мы находимся в мире, который очень быстро трансформируется. Ну, термин VUCA знаком, да, всем? Да. Окей, ну, не всем, тогда я поясню. В общем, VUCA — термин, который появился в 80-е годы, уже тогда начали замечать, что с миром творится что-то неладное, что он начинает очень быстро меняться. И VUCA состоит из 4 слов. Волатильность, да, volatility, то есть понятно, что мир начинает скакать быстрее, чем раньше. За один год происходит больше изменений, чем раньше. Вот чтобы мы осознали, насколько быстро изменения происходят, вот цитата из Юваля Ной Харари, да, который говорит, если бы человек в 1400 году заснул на 100 лет и проснулся в 1500, то он бы не увидел изменений. Может быть, изменились бы границы какие-то стран, но то, как люди живут, то, как они зарабатывают, сколько стоят деньги, сколько можно купить за те же деньги, какие основные технологии для того, чтобы работать, все это практически не поменялось за 100 лет. Можно ли сегодня представить себе, что вы засыпаете сегодня и просыпаетесь через год, и мир не изменился? Ну точно, через год нас ждет что-то, чего мы сейчас даже не можем себе представить. И это произойдет через год, не через 5 лет, не через 10. Соответственно, как в таких условиях можно стратегировать долгосрочно? Ну, то есть это можно делать, но вряд ли мы в состоянии это предсказать, да? В состоянии предвидеть все, что изменится. Второе – это uncertainty. То есть вообще есть такое исследование, которое показывает, как часто встречается слово uncertain в печатном виде, в газетах, там, в радио, там, и так, ну, в общем, все, что можно в документальном виде отследить. И за последние 100 лет есть исследование, которое показывает, сколько раз это слово встречалось на 1000 слов. И никогда не было такого, как сейчас. Начиная с 90-х годов, просто невероятными темпами растет использование этого слова. Неопределенность — это вот буквально наша новая реальность. И это очень страшно, потому что, ну, например, банки не могут к этому адаптироваться. Банки до сих пор в Кыргызстане уже 2 года сидят на деньгах, не могут их раздавать, потому что их процедуры, их бизнес-процессы, они были построены для большей определенности. Когда началась пандемия, когда случилась революция, когда сейчас непонятно, что там дальше будет, когда каждый день изменения и когда главу Нацбанка меняют непонятно на кого, то очевидно, что очень, банки должны взять время на то, чтобы адаптироваться к этому. Пока они адаптируются, происходит что-то следующее. И в это время какие-то новые финансовые институты становятся, как бы заменяют вот эту функцию доставки финансов до самых эффективных участников. Например, Accelerate Prosperity. Да? Вот.
сегодня с небольшими деньгами можно заходить и создавать хорошие, эффективные инвестиционные фонды, потому что конкуренция очень низкая. Очень трудно достать нормальные какие-то деньги на сегодняшнем рынке. Какие-нибудь 50-100 тысяч долларов очень трудно достать. Просто потому что все испуганы, и все не понимают, что будет дальше. Но все должны понять, что дальше будет хуже. Значит, надо или уходить из бизнеса банковского вообще, или нужно придумывать процедуры, которые будут работать с учетом этой неопределенности. Спасибо. Ну и так далее, и так далее. В общем, не буду сейчас наука так долго останавливаться, но как стратегировать в этих условиях? Очень как бы очевидный ответ, это то, к чему весь мир пришел, это agile. У agile есть разные инструменты, можно идти в Scrum и так далее, но вообще для меня agile — это философия, которой я придерживаюсь. Хотя мы не используем Scrum на практике, например, но я абсолютно, мои ценности компании абсолютно agile. И я думаю, что мы все просто будем становиться либо agile, либо мертвыми. Все. Спасибо. У нас есть вопрос с Алматы. Пожалуйста. Меня слышно? Добрый день. Да, да. Даниэль, спасибо большое за ваше выступление. Очень было интересно, особенно про креативную экономику услышать, потому что я за вами слежу в ваших блогах, вот, регулярно читаю. Интересно услышать ваше мнение по поводу изменений, потому что вы говорите про глобальные изменения, комплексный подход по изменениям в стране, да, как привнести улучшения. Очевидно, что нужны изменения не только вот на нашем уровне, да, но и на законодательном уровне. Но, как показывает практика, очень многие законы у нас, ну, как бы это грустно ни звучало, не работают, даже если они там ратифицируются. Очень много также культурных, да, барьеров, вот, которые вы проговорили, Элем Недейт, например. То есть у меня достаточно много вопросов, но это больше вопрос, наверное, про идею. С чего вы видите начало больших изменений на самом деле? Вот, интересно услышать ваше мнение. Спасибо. Вот тоже очень интересно, потому что Кыргызстан — это такой же гадкий утенок в Центральной Азии. У нас здесь другая немного реальность, и очень, может быть, то, что нам подходит, не подходит для других стран. Я знаю, у меня много друзей в Казахстане, и, которые делают бизнес, которые, допустим, коворкинги тоже делают. И я знаю, что ну да, в Казахстане как бы государство может очень серьезно повлиять на развитие каких-то индустрий. И, например, сейчас в Алматы есть департамент креативных индустрий. У премьер-министра Казахстана был советник по креативной экономике. Президент Токаев говорит о том, что креативную экономику развивать нужно. И там уже какие-то интересные интервенции начались. Уже какие-то коворкинговые креативные пространства государство создает, вкладывая деньги в это и так далее. В Кыргызстане этого никогда не будет. Ну, просто никогда не будет, поэтому, и мы это знаем. Поэтому у нас люди, когда начинается пандемия, берут, создают свои штабы, собирают деньги, развозят еду нуждающимся, потому что знают, что на это государство рассчитывать не надо. Когда случается революция, то люди объединяются и выходят в качестве дружинников на улице, потому что тоже на государство не рассчитывают. Поэтому, да, у нас есть один проект, который мы пытаемся государству как бы продать. Это парк креативных индустрий, это специальный налоговый режим для всех креативных индустрий по аналогии с парком высоких технологий. Может быть, это будет принято, может быть, нет, государством. Если это не будет принято, это не конец света. Когда-то это будет принято, я уверен. И чем больше мы будем обсуждать, что такой специальный налоговый режим для креативных индустрий очень важен, тем больше будет шансов, что мы создадим такую серьезную волну, которая повлияет на это решение. Поэтому давайте это изучать и говорить об этом. Ну, например, на этом этапе мы написали уже проект закона о парке креативных индустрий, передали, сейчас в правительстве обсуждается. Сейчас формируется комиссия по разработке этого, по доработке этого закона. Ну, это может быть значит, что через 10 лет он будет принят, может быть, через месяц, я не знаю. С чего начнется большое изменение? Что будет тем камешком, который вызовет камнепад? Я думаю, первый экзит. Как только в Кыргызстане появится первый человек, который продал компанию за 10 миллионов долларов, я думаю, что это повлияет на всех намного больше, чем все, что может сделать государство. Я думаю, что если ребята из D-Billions расскажут, сколько они заработали на одном этом ролике про ча-ча-ча, да, я думаю, что количество людей, которые пойдут в продакшн, в YouTube продакшн, будет очень высоким. Вчера я встречался с ребятами, вы знаете, да, что вся труппа балетная, театр оперы и балета в Кыргызстане уволилась.
Да, они все сейчас без работы, они думают о том, что они будут делать. И они, конечно, в очень тяжелом положении, потому что, ну, понятно, они могут пойти куда-то там, начать по-другому зарабатывать, но это мастерство, которое ты очень быстро теряешь. Поэтому они должны работать, продолжать тренироваться, но как тренироваться, где тренироваться, на какие деньги, что делать, как монетизировать и так далее. Вот, ну, я им рекомендовал идти в YouTube, идти в ТикТоке, в Инстаграмы и так далее, и создавать просто атмосферные виральные штуки. Мне кажется, это классная ниша. Они меня, мне кажется, не поняли, но мне кажется, что... ну, потому что, ну, я понимаю, да, если бы я был балерином, я бы сказал, они этого хотя бы не сделали, уже спасибо. Вот. Но я думаю, что рано или поздно мы будем видеть все больше и больше людей, которые будут уходить вот в это создание контента. Ну, например, есть уже Crash House в Кыргызстане, это прям дом, в котором живут тиктокеры, снимают вместе. Тикток снимает его не для нашего региона, а для всего мира, и очень успешно работают, хорошо зарабатывают, окупают все свои расходы на аренду дома и так далее, и так далее. Все круто работает. Вот, и эти же ребята, которые 1.1 Studio, они сейчас создали контент-парк. Просто, ну, для меня это абсурдно выглядит, но я понимаю, что это работает. То есть это место, где много маленьких зон, очень разных, очень по-разному оформленных, где можно пойти и сделать фотку классную. И это популярно. И это работает, это зарабатывает. И вот, вот такая креативная экономика. И мне кажется, что нам нужны яркие примеры людей, которые стали мультимиллионерами, занимаясь креативной деятельностью. Вот. Как только публично начнут появляться такие люди с экзитами, с IPO и так далее, все, это будет просто камнепад. Люди пойдут в эту индустрию, люди поймут, родители поверят, они перестанут отговаривать своих детей, они перестанут говорить, что ты кривляешься, они будут говорить, да-да-да, и занимайся своим ТикТоком, я посуду сам помою. Сейчас, конечно, у нас другая ситуация пока. Но я думаю, что это время не за горами, и я думаю, что это вообще наш единственный шанс стать процветающей страной. Спасибо, спасибо большое. Если вопросов больше нет, давайте проводим нашего спикера на свое место. Спасибо большое еще раз.